Фіруза Ібрагімова, у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. На жаль, історія вашого народу не передбачає легких питань. І сьогодні ми вшановуємо День пам'яті. І от перше запитання, яку роль відігравала і відіграє у вашій родині тема депортації? Будь ласка. Ну, що таке тема депортації? Теми депортації немає. Є просто трагічна дата 18 мая. И она не является какой-то особой темой. Это то, что пережили мои родители, мои бабушки, дедушки, мои знакомые. Это не тема, это наша жизнь. И это память, которую мы должны, обязаны хранить. И, ну, даже никто не спрашивает, хочешь ты или нет. Ти кримський татарин, і ти обязан. Как это может являться темой? Это життя. Это жизнь, это да. Это каждодневная жизнь. И никуда мы от этого не уходим. И сегодняшние обстоятельства таковы, что ничего не поменялось. Поэтому это наше повседневное, ежесекундное дыхание. А не просто один день из року 18 травня. Я знаю, что ваши батьки прожили депортацию, были совсем юні. Татові было 20 років, мамі 16. Поделитесь этой историей. Маме было 15 лет, папе было 22 года. Мама была тогда в селе, а папа был в Севастополе. Их собрали после освобождения Севастополя, он воевал. Их собрали для того, чтобы переучивать, переодевать и отправлять на фронт. А в августе месяце уже отца отправили в Тулу на лагеря, там, где у них фильтрация была, а потом уже отправили в Узбекистан. А мама все это пережила, будучи 15-летней. Ну, 15-летний человек, это уже взрослый практически человек, где она взяла братика там 4-летнего на руки, ну, с бабушкой совсем. То есть мои родители непосредственно пережили это, и мы все это знали, и жили с этим, и боялись этого. Ну, не боялись, потому что мы думали, что страху в Советском Союзе такого не будет, что это уже все прошло, хотя ничего не менялось. Вот вы говорите, как мы вернулись, да? Вот и ваша, да, история повернения додому. История повернения додому была такова. Папа мой с мамой, они поженились в 1948 году. Папа даже украл мою маму, потому что, ну, такая была большая любовь. В 50-м у них родился первый ребенок. Тогда, это моя старшая сестра, тогда был еще режим. Нельзя было говорить о том, что ты крымский татарин. Нельзя было сходить там в соседнее село, пока ты у коменданта не отменишься, пока разрешение не возьмешь. С 56-го года мой отец участник национального движения крымских татар. Первая его поездка в Москву была в 56-м году. После отмены они ездили на Красную площадь и там устраивали митинг, чтобы восстановить в рамках Советского Союза крымско-татарскую национальную автономию. В общем, он принимал очень активное участие в национальном движении. Вот вы знаете на примере Мустафы Джемилева, что он перенес. А таких вот, как мой отец, их же тысячи. Их тысячи, которые нигде ничем не отличились. Они просто делали свою работу. Папа мой в те времена, представляете, работая бухгалтером на кирпичном заводе в Карадарье, он был еще бухгалтером, кассиром. Люди сдавали там по 20 копеек, по рублю, по 30 копеек. И он это все фиксировал для поездок в Москву на митинги, для сборов, для каких-то расходов бумажных. И эти архивные данные, представляете, есть. Но мы, правда, их держим там далеко, в Крыму, спрятанные, но они есть. Они и так продолжалось до 71-го года. В 71-м году мы попали на так называемую вербовку, которая началась с 68-го года. У папы был друг, работник милиции. Он сказал: «Осман, тебе надо, ну, как-то отсюда как-то уехать, иначе тебе срок светит». Но папа посидел, подумал, уже у него было 11 детей, и думает, ну, садиться куда-то там на 10, там, на 15 лет в советском режиме, смысл какой, поеду-ка я в Крым. И вот так он нас собрал. Старшая сестра моя уже к тому времени вышла замуж, уже родила ребенка. Мы в 1 мая, получается, что мы должны были выехать. Папа, значит, своего старшего сына, которому на тот момент было 17 лет, он его отправляет в училище, моего старшего брата. И вместо него он берет свою замужнюю дочь и внука. То есть все равно 11 детей. И таким образом он смог перевести всю семью. Приехали в Крым. На
во время переселения компактного, так называемого, которое Угу. было в Советском Союзе, всего лишь 2000 человек они перевезли. Всего лишь. Всего-навсего. Это за 4 года, за их подготовку. Ну, на самом деле, советская система, она была хороша, как мы вспоминаем только о хорошем, но хорошего было мало. То есть вот этот обман, который был во всем. Ведь не только крымские татары подвергались в этой советской системе гонениям. Мы знаем, что болгары, чеченцы, ингуши, но мы должны помнить о том, что репрессиям подвергались и русские, и украинцы, и узбеки, ну, все нации. То есть советская система, вот эта вот межнациональная политика создания советского человека без нации, без лица, без лика, а вот это вот паспорт советского гражданина, она же ущемляла всех абсолютно. И, естественно, почему крымские татары? Ну, мы такие сплоченные, у нас очень сильна генетическая память. Мы все равно очень сплоченные, и мы все равно среди всех пытаемся выкарабкаться, Выкарабкаться доказать. как-то. Мы все равно, мы остаемся Войти, крымскими татарами. скажем, вот так. Конечно. Нас загнали в эти условия не сегодня. Мы всегда такими были. И будет это, И будем такими, безумовно. конечно. И дети мои такие, и внучка у меня такая будет. Но это выше нас. Хотілося б дізнатися про традиції та кримських татар, от ці події на День пам'яті жертв, і, зокрема, що в Миколаєві буде відбуватися. Я знаю, що теж буде визначна подія сьогодні. Проанонсуйте, розкажіть про неї, будь ласка. Ну, до этого у вас был сюжет о том, что в Крыму там, ну, акции будут проходить. В Крыму на сегодняшний день запрещены все мероприятия по проведению шанования дня депортации. Абсолютно все. И все эти акции, которые будут сегодня, на сегодняшний день проходить в Крыму, они все будут делаться нелегально. То есть, как я всегда говорю, что наши партизанят. В любом случае, как они это проведут, либо просто безмолвная хода, либо будет, либо как в прошлом году они устраивали акции, с флагами ездили, и за это потом сроки ребята получили, штрафы получили, либо они будут ходить к памятникам, я не знаю, как это пройдет, но все равно акции «Зажги свечу памяти» они будут делать, что будет, мы об этом будем, Традиційно, так. ну, узнаем Спостерігати із потом. засобів, Да, так, в масової Криму на інформації. сегодняшний день это все запрещено. Что будет у нас в Николаеве? На сегодняшний день у нас будет просмотр фильма «Хайтарма» в библиотеке имени Гумарева на Московской. Вход бесплатный. После просмотра фильма будет обсуждение, ну, краткое, такое получасовое. Потом мы пройдем на Соборную площадь, и там будет митинг и акция «Зажги свечу памяти». То есть каждый может зажечь свечу и тем самым почтить. И не только крымских татар, но в каждой семье есть то советское прошлое, которое нельзя забывать. У каждого есть. Вот Своя історія, своя своє история. минуле, Вот так. недавно в Фейсбуке такая, знаете, ну, Фейсбук, мы живем Фейсбуком, да? Соціальними мережами, Да, так. и там было написано, а почему никто не говорит, что твой дед НКВДшник, и он кого-то стрелял? Но он же тоже жертва той системы. Это мы сегодня, люди разумные, можем кого-то стрелять или не стрелять. Мы будем думать, мы должны думать. А в те времена, в советские времена, были они бесправные. Поэтому либо его, либо он. Тут це була система Це окремо. система, да. Но и в каждой семье, я повторюсь, что каждый человек может не только почтить память крымских татар, но и свое память почтить своих родственников. Надо Отож, знать свою историю. знати історію, долучайтеся сьогодні. Це все вже буде сьогодні, 18 травня, ввечері. І я не можу не запитати про ваш кулончик. Я знаю, що у нього є своя історія, він доволі символічний. Я прошу зараз наших операторів показати, а ви розкажіть, будь ласка, цю Ну, вот історію. этот вот кулончик мне подарили в Турции в прошлом году в городе Измите, в позапрошлом, в 2015 году. История человека, который мне ее подарил, очень интересная. На сегодняшний день в Турции 5-миллионная диаспора крымских татар этнических. И вот этот человек, Фердун, он родом из Керчи. Его родители в 1763 году, это первое переселение было при Екатерине, эмигрировали в Турцию, в город Конью. И они до сих пор живут своими традициями. Они берут только крымских татар в жены. И, ну, и
своих дочерей только выдают замуж, они вот таким кланом живут, и своих дочерей тоже, соответственно, выдают замуж только за крымских татар. И мы совершенно случайно познакомились с ним, были в огромном торговом доме, а там флаг крымско-татарский висит. Ну, естественно, как-то все ёкнуло. Так, позвонило, свое редненько. Да, свое редненько. И подошли к нему, начали разговаривать. Он до такой степени чисто разговаривает. Турецкий и крымско-татарский очень похожи, но он так чисто разговаривает на крымско-татарском языке. Я была, ну, шокирована, конечно. Так. Потому что очень мало людей, которые могут разговаривать на чисто татарском языке. И мы с ним начали общаться, и он просто взял такую охапку вот таких вот всяких кулончиков, браслетов, и говорит мне: раздай, пожалуйста, самым своим близким людям. Вот настолько он увидел, и просто он говорит, такое ощущение, как будто я вот в Крыму дома побывал. А хотел приехать в 2014 году, планировал купить дом в Керчи, чтобы, ну, как бы вернуться на свою родину. Батьківщина, да. Вот така історія того кулончика. Ой, так, така дійсно цікава історія. Я щиро вам вдячна, що ви знайшли час, що завітали, вшановуємо сьогодні пам'ять, долучаєтеся. Фіруза Ібрагімова була у нас в гостях. Гарного вам продовження дня.